Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков, и на канале Мы Аджитируем. Сегодня у нас большая отгрузка по антифризам Eagle. Мы отгружаем их в Якутию, конкретно в город Якутск. Это минус 52 градуса, 20-литровые канистры красного и зеленого цвета антифриза. Покупают у нас там ребята уже их не первый раз, уже, наверное, третья или четвертая отгрузка. И помимо Якутска, где тоже сейчас дубак конкретно стоит, мы отгружали еще другие регионы, наши северные, другие города, вернее, это Нерюнгри, Вилюйск, там у нас даже бочковые продукты брали по антифризам по этим. Чаще, конечно, они берут минус 52 градуса. Существуют две вариации. Есть минус 52 градуса антифриз такой красно-зеленый. Есть минус 38. Ну, 38 такой стандарт корейский, в общем-то. Для Кореи абсолютно нормально. Что касается антифриза, конечно же, это МЭК. Само собой разумеется, это моноэтиленгликоль. Плюс хороший карбоксилатный пакет присадок. У нас есть морозильная камера. Минус 65 градусов у меня есть. Я обязательно замерю эти антифризы. Сейчас время выберу свободно. Просто очень много поездок. Вообще не до этого совсем. Но я обязательно сделаю замеры. Но судя по отзывам, все гуд по этим антифризам. Они производятся, еще раз напомню, в литровых, 4-литровых канистрах, двадцатках и бочковые продукты, бочки 200 литров. Эта продукция везется в Россию уже в готовом виде из Южной Кореи. Она не перепаковывается здесь из еврокубов и не делается из концентратов в России. Эта продукция везется уже в готовом виде в России. Уже вот так именно конкретно она производится в Южной Корее и приходит именно в таком виде непосредственно. А вот антифризы эти у нас есть всегда в наличии. Двадцатки, по крайней мере, у нас полно всегда. Бочки мы возим сейчас. Единственное, что бочки не все есть в наличии. Ну, по запросу можно будет их держать у нас на складах. В описании к этому видео все наши контакты будут, телефоны, телефоны менеджеров. Учитывайте, что мы находимся в городе Новосибирск, поэтому разница во времени тоже имейте в виду. Что касается документов на антифризы, на эти, каждой товарной позиции у нас на сайте есть прикрепленные сертификаты качества и корейские сертификаты качества, декларации, которые российские, все там есть. Перематываете вниз по странице в описании к продукту и находите все прикрепленные к нему документы в виде PDF-файла, который можно почитать, который можно ознакомиться в любое время в свободном доступе. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Подпишитесь, поставьте лайки, жмите колокольчики. Всем пока!